Вот новые молодые шишки, о которых я вам говорила. Они прямо на глазах все больше и больше становятся. Такие красивые. Приятно на них смотреть. Распахиваю занавески для того, чтобы солнышко после обеда светило домой и квартира нагревалась. Всем доброе утро! У меня праздничный завтрак. Друзья, приветствую вас у меня на канале. Всем-всем добро пожаловать! Я нахожусь на территории Волжской центральной городской больницы. Отнесла в БАК-лабораторию свой анализ, мазок из раны на флору и чувствительность к антибиотикам. Сейчас следую в хирургическое отделение на перевязку. Сегодня праздник у девчат, как поется в песне, сегодня Международный день сестры милосердия. Современным языком говоря, Международный день медицинской сестры. Так что можете меня поздравить, и я поздравляю всех сестер с праздником. Желаю всем сестрам, которые меня смотрят, всего самого-самого наилучшего. Девочки, самое главное, будьте здоровы, будьте счастливы, на мелочи не обращайте внимания, старайтесь быть на позитиве, в хорошем настроении, и тогда все будет у нас хорошо. Мы сами творцы своего счастья. Сейчас вот постояли, поговорили с двумя врачами-лаборантами на крылечке, посмеялись. Я вот сказала, что учусь на психолога. Я говорю, на многие вещи стала по-другому смотреть, под другим углом. И вот постояли, поболтали, посмеялись. Так, знаете, прям поздравили они меня тоже с праздником. Светлана, Ирина Борисовна. И так на душе сразу потеплело. Хорошая у нас погода, солнышко, зелень, красота. Это я иду вдоль нового родильного дома. Такой здесь идеальный асфальт, тротуар, дорожка. Очень красиво, очень здорово. Там у нас частный сектор. Вот здесь где-то рядом болото. И лягушки выводят свои трели. Но вот сегодня их не слышно. Может, уже завлекли, кого хотели. Голос же им не зря дан. Наверное, привлекают подружек. Газончик. Прям красота. Вот новый родильный дом. Но это с торца, вот это крыльцо выписки. Здесь выходят уже мамочки с готовыми чадами. Честно говоря, ребят, уже устал от этих перевязок. Поднадоело мне. Но деваться некуда. Все еще стоит у меня дренаж. Требуется ранний уход. Сама я не смогу одной рукой перевязываться, поэтому нужно ходить на перевязки. Завтра у меня одноклассник дежурит. Пойду к нему перевязываться. Он сегодня звонил, меня поздравил с Международным днем медицинской сестры. Пожелал здоровья, говорит, главное, тебе желаю здоровья, здоровья, здоровья. Будь здорова, остальное все у тебя есть. Вот. Поблагодарила его. Поговорили. В общем, настроение очень хорошее. Настроение отличное, позитивное. Друзья, если вдруг вам интересно, Международный день медицинской сестры каждый год отмечается в один и тот же день, 12 мая. Это дата фиксированная, не как день медработника. У нас день медработника 3 воскресенье июня. А день медицинской сестры 12 мая. Ну все, ребят, клиент готов. Перевязали. Дело в шляпе. С девчонками поздравили там друг друга в хирургии. С праздником пожелали всего хорошего. Вот. Приятно, когда поздравляют. Приятно, когда причастен к братству, точнее, к сестринству. Я сейчас ведь учусь и в группе в Телеграм. Сегодня пишу, говорю, а у нас сестер нет? Одна пишет. У меня есть брат и сестра. Ой, мне так смешно стало. Я говорю, ну сразу видно, не медик.
Да, она уж поняла, видимо, потом. Я говорю, сегодня Международный день медицинской сестры, написала. Ну вот меня стали поздравлять. Поняли, видимо, что я сестра. Но больше никто не откликнулся. Похоже, это не группа, а подгруппа у нас. Похоже, в подгруппе только я сестра. Сейчас стояли вот на крыльце бак-лаборатории, разговаривали, да? В лаборатории, я так поняла, свекор, что ли, у кого-то ревматоидным полиартритом заболел. И девочки вот мне здесь говорят, надо вступить в группу. И в группе переписываться, советоваться, что можно, что нельзя. Но я знаю, что есть такие группы, как бы по интересам. Не то, что по интересам, по болезням, так скажем. Это, скорее всего, в Телеграм. Надо мне действительно поискать. Потому что очень хочется быть полезной кому-то. Потому что 25 лет стажа болезни, его просто так не выбросишь. Я на этом собаку съела, можно сказать. Поэтому хочется людям, которые только-только заболели, которые, может быть, чего-то не знают, к медицине не имеют никакого отношения, опыта болезни мало. Очень хочется этим людям помочь чем-то, каким-то советом, поделиться опытом. Поэтому вот хочу найти группу с ревматоидным полиартритом и вступить в нее. Возможно, кому-то я и мой опыт пригодимся. Друзья, у меня еще сейчас параллельно заканчивается учеба на сертификат по сестринскому делу. Сестринское дело в терапии. Вот сейчас написала куратору. Они сертификат должны прислать мне на дом заказным письмом. Вот спросила, когда пришлют. Спросила, когда пришлют, когда ждать сертификат. А то меня сейчас бывший муж, который работает в хирургии, поздравляет с праздником и говорит, с бывшим праздником. Я говорю, как это, с чего это с бывшим? Не успела уволиться, все уже. С бывшим праздником. Уже прежние заслуги не в счет. Я говорю, бывших не бывает. Сертификат со дня на день будет на руках. Не просрочила сертификат ни на день, ни на месяц, ни на сколько. Как была медицинской сестрой, так и осталась. Так что никакая не бывшая. Хотела подколоть, сказать. Некоторые, да, тут в помещении бывшие, а специальность настоящая. По ощущениям, наверное, градуса 23 тепла. Нужно уже все переходить на летнюю одежду. Снимать куртку. У меня все приготовлено, но еще не поглажено. Лежит на гладильной доске одежда. Нужно все погладить, отутюжить. С этим, помните, у меня такой крахмал, крахмал брызгающий. Вот с этим крахмалом надо все отгладить и уже переходить на летнюю одежду. Сегодня печет вообще прям неимоверно. Впереди тучки небольшие, ощущение, что печет как вот как перед грозой. Вот посмотрите, видно вам, нет? Тучи впереди прям приличные, как будто действительно гроза вот-вот начнется. Мимо иду, смотрю, ирисы распускаются, сирень. Ой, сирень так прям приятно пахнет от нее. Красавица. У нас у дома тоже уже ирисы вот-вот распустятся. Друзья, в День Победы я говорила о военных фильмах. И мне Светлана написала, что вот смотрела бы постоянно фильмы военные. Хочу порекомендовать от себя. Фильм классный, состоит из нескольких серий. Играют все наши известные актрисы. Фильм называется «Женщины, которым повезло». Посмотрите, не пожалеете.
И еще один фильм, который вошел в сборник ежегодных моих просмотров к 9 мая. Это фильм, который называется «На Париж». Многие этот фильм критиковали. Фильм, конечно, сразу скажу, 18+. Но основан на реальных событиях. В начале фильма написано, значит, что основано на реальных событиях из жизни там такого-то, по-моему, гвардии майор, фамилия и фотографии этого офицера. Это все случилось с ним. Вот, посмотрите, не знаю, может, будете ругать меня. Мне нравится этот фильм, да? Так что, друзья, я вам рекомендую фильм «На Париж» и «Женщины, которым повезло». Я приехала к маме. Посмотрите, как красиво калина цветет. Люда приехали с Гордеем. Вот хотим, может быть, пиццу там заказать или роллы что-нибудь. Ну, в общем, посидеть, отметить день, Международный день медицинской сестры. Пиццу заказали в Радуге. Деревенская называется. Иду, друзья, домой. Думала, ландыши зацвели, распустились. Нет еще. Еще не распустились, рановато, видимо. Ребят, как в парке хорошо пахнет. Вы знаете, прям чистый яльчик. Очень ароматно пахнет соснами и всеми остальными растениями. Солнышко у нас скрылось, но так тепло, хорошо, комфортно и не жарко, и не холодно. Прям замечательно. Дома, конечно, прохладно. Дома холодновато. Люди, говорю, все время... Гордейку смотри, пожалуйста, вечером дома, осматривай. Не дай бог там клещ, спаси, сохрани, помилуй, Господи. Потому что дети гуляют, кругом трава, растения. Они же запросто могут и под одежду забраться. Поэтому проверяйте ребятишек каждый вечер. Смотрите, все ли чисто, все ли хорошо. Смотрели видео, мне Люда, которая перекинула, где Матвей играет на фортепиано. Гордей увидел и говорит: «Мейка, Мейка, не Матвейка, а Мейка», так его зовет, смеялись. Хотела вам сказать, почему День медицинской сестры отмечается именно 12 мая. Потому что 12 мая родилась основательница сестринского дела Флоренс Найтингейл. Она родилась 12 мая 1820 года, так что у нее сегодня был бы день рождения. Поэтому вот в ее честь отмечается этот праздник именно 12 мая. Ой, все, уже вовсю комары летают. Проснулись кровопийцы, кровососы. Друзья, спасибо огромное, что провели этот день со мной. Я вас обнимаю. Желаю вам крепчайшего здоровья. Всех благ. Еще раз сестер поздравляю с праздником. Скоро увидимся. Пока-пока.